На улице снежок. А у нас Индия. Так как джалоки — это перец из Индии. Вот такая красотень. Это тот самый джалоки пурпурный, что посеян в конце июня. Ему уже 7 месяцев. Вот следующая волна урожая, которая самая большая. Первую мы не считаем. Вот здесь было несколько перчиков. А это уже на пасынках поспели перчули. И вот уже эта волна доспевает. Джалокия пурпурный. Один из моих любимцев. Потому что какие цветы нужны в доме, когда такая красота есть? Красота, безумная острота и еще и вкуснота, потому что аромат невероятный. У него немножко аромат с персиком. Ну что, будем считать? Нет, я думаю, это будет очень долго. Сам подсчет перцев. Тут только на веточке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Подряд висят. На одной. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот 14 штук. Это только начало. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Не, у меня же рука устала. Больше 40 штук. 4-литровый горшок. Вот, все. Чем кормим, спрашивают ребята. Кормим. Бочка, 4 ведра. Универсальное удобрение, да, Вась? Да, всем подряд. Всем подряд. Кристаллон. Иногда дорогое удовольствие, но иногда полный комплекс даем минералки. Пиво подорожало. Вот серьезно. Пиво тебе подорожало? Да ладно. Все вам плохо живется. Вот, что еще подкармливаем? Золу, естественно, иногда проливаем где-то раз в месяц. Да, Василий Алексеевич? Да, чаще. Чаще? Так. Примерно, ну, раз в три, может быть, недельки в две иногда. Да. Так вот, кормим по чуть-чуть. Просто мы половинные дозы кормим. Вот если, например, бочка 4 ведра написан, колпачок на... ведро, значит, половину колпачка льем. Просто чаще. Не надо сильно много удобрять его. Борная кислота и марганец по листу я еще не делала за всю осень и зиму ни разу. Потому что в бочке 4 ведра всего хватает. Сейчас просто это удобрение закончилось. Сейчас ничем не кормим уже недели 2-3. Вот такая красота. А, ну как, сколько освещения, спрашивают ребята? Целые сутки вы суть? Да ну что вы там? Нет, конечно, нет, конечно. Как можно сутки освещать перец? Это растение короткого дня. Поэтому положено 10-12 часов. Но в разные периоды времени, его в разные вегетационные периоды развития кормишь, светишь по-разному. То есть, как только взошел перчик, нужно что сделать? 16 часов, Василий Алексеевич подсказывает. Я ж двоечница, не помню. 16 часов на освещение. Даже можно первые, вторые сутки, как заходят перчики, помидорчики, все что угодно, сутки освещать. Нет, ну, можно, чтобы они не стартанули сильно, вверх не пошли. Вот. Потом по 16 часов... Сколько, Василий Алексеевич, чтобы я не говорила глупостей? Чего? Времени по 16 часов. Недели 2. Подрастут. 3. И потом постепенно сокращаем. Берем после 16 часов 15 часов, несколько дней. 14 часов.
недельку-две. Это все в теории. Это все в теории. А по практике, как проснулся, так включил. А по практике, муж говорит, проснулся, включил, а вечером вспомнил, выключил. Если не забыл. А если забыл, то потом... А если забыл, то сутки светятся. Такое было не раз. Конечно, реле можно ставить, но настолько ламп, что там на реле можно разориться. Да. Поэтому сами включаем, выключаем. Часов 10-12 стараемся взрослые растения освещать. То есть, когда они молоденькие, им требуется больше света. А вот на то, чтобы они вот давали такой урожай, не надо много светить. Долго. Много надо, но недолго. Много я имею в виду, чтобы была мощность. В белом, теплом, мощном свете есть все, что нужно для растения, для цветения и завязи.